Здравствуйте, меня зовут Артем, я продавец, я работаю продавцом в магазине Велоолимп. И сегодня я вам расскажу про велокомпьютеры, которые у нас есть. У нас представлены велокомпьютер компании Sigma, велокомпьютеры компании Келис и велокомпьютеры компании Трилог. Поговорим об этих трех ведущих брендов. Есть разные конфигурации, разные назначения у велокомпьютеров, но суть одна у них – показывать вашу скорость, ваши все показания за время пути. Есть также проводные и беспроводные компьютеры, то есть это уже на ваш вкус, на ваш выбор. Есть также велокомпьютеры с подсветочкой, в темное время суток будет вас подсвечивать. Также есть велокомпьютеры, самые простенькие, это начинается у нас от 5 функций. Самые необходимые функции — это скорость, суточный километраж, общий километраж, время в пути, показания часов. Это вот такой будет велокомпьютер Sigma 400. Такой вот будет велокомпьютер. Есть посерьезнее велокомпьютеры, да, как вот Келис здесь, приветствует 14 функций, и плюс он еще беспроводной. Такой вот велокомпьютер. Максимальная скорость, средняя скорость, сравнение текущей и средней скорости, суточный километраж, общий километраж, время в пути, температура воздуха, общее время в пути, показания часов и всевозможные тексты на всевозможных языках. Вот такие вот, такими вот свойствами обладают велокомпьютеры. Здравствуйте, меня зовут Артем, я работаю продавцом в магазине Велоолимпа. Сегодня я вам расскажу про наш ассортимент, аксессуары, перчатки Келис. Как вы заметили, есть перчатки с пальцами, есть перчатки без пальцев, есть перчатки легенькие,